Повертаючись до теми все ж таки наших європейських партнерів, після того випадку у Польщі, значить, ця країна запросила союзників по НАТО з РК «Патріот». Вони мали стати на чергуванні на східному кордоні цієї країни, а після обстрілу вже минулої середи поляки хотіли передати ці системи Україні, аби ми посилили свої кордони. І вони навіть хотіли їх поставити з боку України. Але німці вони не підтримали цю ініціативу. Чомусь їм вона не сподобалася, чи знайшли якісь там інші виправдання. На вашу думку, чому все ж таки німці так відреагували? Знаете, София, ответить на этот вопрос без использования нецензурных слов я не могу. Поэтому, я вам позволяю, ведь мы вас... Нет, я сам себе не могу позволить. Не знаю, они больные на голову. Ну, реально, именно потому, что для них важно то, о чем я вам уже рассказал. Их время не поджимает, их все устраивает. Они наполнили газовые хранилища, они стабилизировали бюджет, они не мерзнут. Они все, более того, они миротворцы, они помогают, они реально немцы, огромное количество жителей Украины приютили, им помогли, это все очевидно, понятно, и данная ситуация их абсолютно устраивает. С каждым днем их переговорные позиции намного сильнее, их это устраивает. Никто жизни людей в Украине не считает. Это то, чем это вот та величина, которой они могут однозначно пренебречь. Они не понимают, да, ну что разрушенная энергоструктура, что blackout это аппараты искусственной вентиляции легких, это наркозные аппараты, это инкубаторы, в которых находятся недоношенные дети. Это холодильники с препаратами крови, это холодильники с вакцинами и сыворотками. Кто? Они думают, что нет света, это значит им темно работать. Да? Да фигушки вам, это смерти реальные человеческие, понимаете? Ну еще, поэтому, если они этого не понимают, если они не знают, для чего нам нужны системы Патриот, ну что тут можно сказать? Это логика и здравый смысл, это этика, это мораль. И мы приходим к выводу, что цинизм западного мира – он так же безграничен, как терроризм РТФ. Ну вот и все. Ну что вам сказать? Главное, тримаймося та єднаймося. Вот это главное. Друг на друга рассчитываем. Хотя бы на своих не гавкаем. Хотя бы политических разборок не устраиваем. Хотя бы не делим украинцев на сорта и так далее. Вот это главное. До этого тоже ума не у всех хватает. С этим еще жить и жить.